Захватить с собой СНИЛС, паспорт и медицинский полис, пройти несложный опрос и выделить не более 5 минут на процедуру. Мобильный пункт вакцинации в Сызрани сегодня развернулся вблизи здания налоговой инспекции. За день бригада медиков успевает вакцинировать до 200 человек. Вакцина хранится в специальном холодильнике согласно всем правилам и требованиям. Сделать прививку может каждый желающий. Редко бывает, что прям противопоказания были. Это какие-то онкологические заболевания, стадии обострения. Или же там какие-то яркие аллергические реакции. Проверяем артериальное давление, сатурацию, это насыщение кровяного русла кислородом, что было в норме. Также температуру. Опрашиваем больного на наличие сопутствующих каких-то хронических заболеваний. Каждый день мобильный пункт вакцинации останавливается в местах наибольшей проходимости – возле торговых центров. Этот, например, еще вчера работал рядом со зданием Сызранской администрации. И если для прохождения вакцинации в поликлинике нужно предварительно записаться через госуслуги, сюда можно прийти без всякой записи. Ну, очень удобно, не без отрыва от работы. Мы вышли буквально там на полчаса, на минут на 15 и... Все сделали нам. Об этом нам сказали на работе, организовали все для всех, очень удобно было. Ну и как бы я не хочу, чтобы болели мои родственники, с которыми я собираюсь общаться. Поэтому решила сделать прививку. Здесь же можно получить и второй компонент вакцины. Если же человек пришел на прививку впервые, вакцинироваться повторно он сможет не только в мобильном комплексе, но и в поликлинике по месту жительства. Гульфия Сафина, события. Заебать.